Ребята рассказывают, для меня тут неожиданно вылез босс, короче. Я такой, ой, финал уровня, круто, лечу такое, там, опа. И эта хрень вылезла, меня убила сразу. Я не знал, что с ней надо драться, я в нее врезался на полной скорости, естественно. Необычно, и что, надо натравлять этих ребят на щупальце? Или что? Так, давайте думать. Так, врезаться. А, просто врезаться в ее тентакли. А, ну это легко. Слушайте, я думал натравлять ребят именно вот этих. Опа. Так, подожди-ка. Или все-таки натравлять этих ребят? Не понял, не понял. Давайте-ка еще разок попробуем. Так, щупальца вылазит, да? Ну я... А, да то есть нельзя. Да-да-да, все, понятно. Все понятно, понятно. Понятно, Луиза. Луиза? Серьезно, Луиза? Это только сейчас что-то доперло. Босса зовут Луиза. Ну да ладно. Да-да, значит, ребят натравлять на... Я почему-то думал, что просто врезаться. Ну ладно, так даже легче, на самом деле. Бум, блин. Понятно. Нельзя, чтобы она под воду ушла. Давай-давай, чувак. Бум. Слушайте, не, прикольно сделал. Вообще, босс, пока это второй босс, первого вы можете посмотреть на YouTube у меня. В принципе, мне нравится, как тут боссы сделаны оригинально, то есть. Вроде как бы и с одной стороны не очень сложно, но каждый босс хотя бы запоминается, интересно играется, да? Это тебе никакой не босс, которого ты тупо зафигай. А, все. Ну это изи просто. А, да. Бум. Ну, да. Я, честно скажу, я уже не парюсь. Я раньше что-то такое, ой, надо пройти, надо постараться все эти собрать, как его, ящики. Теперь я уже понял, что некоторые ящики просто для меня нереальны. Я такой, не. Не, ребят, что-то я это... Акана, старая добрая темная материя. Крэш, осторожнее, он тяжелее, чем Ка... О, здорово, ты очнулся. Знаете, кого мне Крэш напоминает? Блин, хотя он и есть, это тасманское дело. Так, две осталось, две осталось. В панике, раньше было 10 баллов, теперь твердое. Ну, скажем, 9, 7, 8, 8, 8. Удачи, бандикут нам поможет. Бандикут. Коротко и по делу, обожаю этого парня. Хоть скинчик у Кока вообще четкий. Мне вообще нравится вот этот скин ее. А, и все тут, то есть нету босса как такового, ну, глобального. Просто вот этот мини-босс фигачит, даже как-то, даже обидно, что ли, немножечко. Я-то думал, тут будет, тут в каждой главе, типа, глобальный босс, я так понимал. Ну, я так думал. Да-да, в этом мире, значит, только вот этот мини-боссик, типа, в конце уровня, и все. Что-то я даже немножечко разочарован. А тут... А, ну тут я вижу. Раз, два, три, четыре уровня, и тут, наверное, будет босс. Я просто запущу эту локацию, посмотреть, появится ли тут враг, вот этот босс глобальный, или нет. Но я так думаю, что появится, скорее всего. Как его, доктор Брит, или как, наверное, должен тут быть по логике. Чакс, ну чё? И чё, ребят, давайте, давайте. Да, загрузки, конечно, на Соньке намного дольше, чем на боксе, я вам честно скажу. Очень заметно, когда переходишь с бокса, который быстрый, резвый, на PlayStation, который прям так медленно, всё не спеша. Я прям как будто вернулся на пару лет назад. Так, где следующая маска? Не здесь. Если бы эти баллоны не поделали дыру в реальности, мы бы могли открыть все смены. Но теперь придется идти в обход. Хотя, не помню, что ищет. Еще один разом. Друзья, у меня для вас веселая игра. Да, эмбрион, я так и думал. Никакие бандикуты, когда доберутся в любой лаборатории, получат приз. В этом придется рейс своим дьявольским созданием. Ну, да, это логично, что я тут эмбрион.
Короче, вот так вот, ребятки, подписывайтесь на канал и знаете что, вот ставьте лайки.